This is Professor Varshal from Moskva, the fourth Morgan speaker here in the Dorf of Hedershoi, and giving the lectures as a professor from chemistry. Fred Norudin. Добрый час. Привет всем евреям там и всем, кто находится там. Я получил сегодня известие, что все там прошло спокойно. Это был напрасный страх. Что был страх перед Богом, тогда все строится в будущем тоже. Спасибо большое, Рэба. Я постараюсь там сделать все, что можно для того, чтобы ваше учение там пропагандировать. Специально я хочу вас обратить ваше внимание, что в будущее воскресенье так это Богвейна. Да, я знаю. И теперь по настроению там от властей нужно предполагать, что они не только не будут мешать, но еще захотят показать, что они помогают в отношении еврейских детей тоже. Да, да. Спасибо большое. Это за Рабису запомнили. Это для вас. И для жены. Это для жены. Это для всех евреев там. Спасибо.